Ободичане стали лучше на первенстве России и на этапе Кубка мира по авиамодельному спорту. Соревновались ракетостроители в Нальчике. В личном зачете уверенную победу одержал Сергей Иванов. Он руководит объединением «Авиамодельный спорт» Дома детского творчества. Педагог вошел в состав сборной России. Побеждать Сергею Иванову не впервой. 2 года назад в составе команды моделист уже становился чемпионом мира. Сегодня в общем зачете Кубка мира он лидер. Однако решающая битва еще впереди. По сумме 3 этапов сейчас, которые будут проходить еще в дальнейшем в сентябре в Казахстане, вот, и там будет разыгрываться уже Кубок мира. Вот, сейчас, значит, я иду в Кубке мира первым, потом идет у нас Баранников Валерий такой, занимается у нас здесь вторым, и Дачинский Матвей у нас идет 4-м. Вот, дальше посмотрим, что как сложится у нас. Сергей говорит, что заболел небом и самолетами, еще будучи первоклассником. Тогда он собрал и запустил первую модель. Называет моделирование самым что ни на есть мужским занятием. Оно воспитывает острый ум, упорство и не только. Усидчивость, терпение. Насколько большим должно быть терпение? Очень большим. Потому как вот эти модели, все кропотливо и все четко надо изготовить своими руками. Сергей собирает любые модели, но сейчас главный акцент все-таки на ракетах. Именно с ними ему предстоит выступать на Кубке мира.